Как ты думаешь, песня будет или танцы? Раздумья. Ой, какая пластика у нее. Меня зовут Нурай Назарова, мне 8 лет, я из Азербайджана, города Сумгаит. Я начала танцевать, когда мне было 1.5 года. Раньше мама давала мне телефон смотреть мультики, а я смотрела только танцы, и особенно индийские клипы. Поэтому, повзрослев, я начала танцевать индийские танцы. Я их очень люблю. Мой самый большой помощник и человек, который меня поддерживает, это моя мама. Она поддерживает меня во всем. Она тоже любит индийские танцы. Я тебе верю, все будет хорошо. Моя все, жизнь моя. Я изучаю все танцы сама, смотрю на YouTube всех индийских танцоров. Сегодняшний танец – это танец маленькой девочки Рупсы. Мне очень нравится Оксана. Я очень ее люблю. В Оксане Ханум мне нравится все. Она сама как человек и ее танцы. Моя самая большая мечта – выйти на большую сцену и стать известной. Я хочу выйти на сцену, чтобы там с ней поговорить. Как вы думаете? Вот не выдержала Оксана. Видишь, все-таки любовь к голливудским песням. Ой, моя маленькая. Какая ты сладкая. Как тебя зовут? Нурай. Нурай. Я очень извиняюсь, мы можем поставить музыку. Мы мечтать даже не могли, что Оксана сама лично выйдет на сцену и выступит для нас. Танцует. Вау! Jari 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 pavan, mere jaisa dhoond ke la, mera sajan. San 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 jari 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 pavan, aisa kahi. Я вообще очень люблю свое творчество и никогда в жизни как бы не станцевала бы, ну, в обычном платье, да. Но она меня просто зажгла. Я вспомнила себя в ее годы, ее энтузиазм. Посмотрите, человек не ходил к педагогу. Копировка с телевизора, серик и стера, знаете, это очень сложная вещь. Очень. Нужно скопировать так детально и правильно, да, чтобы это красиво смотрелось. У тебя это получилось, Нура. Танцевал. Ирбалат. Ты такая талантливая.
Столько энергии, столько харизмы. Ты прям зажгла. Молодец. Молодец. Вот так должно быть в Central Asia's Got Talent. От самого начала, с момента выхода, да, во время всего танца, во время общения, каждый взгляд во время танца, импровизация по ходу вместе с тобой, как она сейчас пошутила с этим колесом. То есть это просто праздник бесконечный, абсолютно, который ты верно нам сейчас подарила. Нурай, браво тебе, твоя семья, ты умничка. Тебе 8 лет, но ты сейчас... Мне кажется, более 80 миллион как минимум сейчас поднимешь с места и заставишь танцевать. Голосуем? Что, голосуем? Да, 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 да. Я говорю тебе да. Танцевала. Я тебе говорю, звездная, да. Танцевала. Конечно же, да. Танцевала. Звездочка достойна полуфинала! Ты большая молодец! Моя фаворитка. Я думаю, что не только твоя, она уже фаворитка всей Центральной Азии. Именно она, азербайджанка, наша маленькая красавица Нурай. Маму Нурай поздравляю от всей души.